Then it further says, avoid the association of those who are not spiritually advanced. Затем там говорится, что нужно избегать общения с теми, кто не находится на, кто не развит духовно. As Prabhupada says in the purport, avoid asatsanga tyaga and vaishnavachara. Chaitanya Charitamrita, on the one hand, encourages us to associate with spiritually minded people by saying, sadhu sangha, sadhu sangha, sarva shastraya. And then it says, asatsanga tyaga. Avoid the association of non-devotees. В комментарии Шрила Прабхупады цитирует этот стих. Асад Санга Тьяга. В читании Чаритамрити говорится, с одной стороны, о том, что необходимо общаться с преданными Саду Санга, подчеркивается важность Саду Санги, и также говорится о том, что нужно избегать общения с людьми, которые привязаны к материальному. Асад Санга Тьяга. By associating with saintly people, we can develop our spiritual life, make our spiritual life stronger. Благодаря общению со святыми людьми мы можем обрести духовные знания, и наша духовная жизнь может стать сильной. Being realistic, you can't completely avoid the association of non-devotees. Но если здраво посмотреть на жизнь, то мы поймем, что мы не сможем полностью избежать общения с непреданными. Правда? You're going to preach. Даже когда вы идете проповедовать, you stand on the street and say, only devotees I'm going to talk to. Вы не стоите на улице и не говорите, я буду беседовать только с преданными. You talk to non-devotees. Вы обращаетесь к непреданным. Some of you may be doing jobs or businesses or studying in schools. Или вы можете работать, или заниматься бизнесом, или учиться в школе. You have to associate with non-devotees. Вам приходится общаться с непреданными. So the point is, you associate with non-devotees to the extent necessary, and beyond that, associate with devotees. И смысл этого наставления в том, что общаться с непреданными нужно только по делу, ровно столько, сколько нужно, и в остальное время нужно стремиться общаться с преданными.